А боксер из Дальнегорска одержал победу на престижном всероссийском турнире. С чего начинался путь спортсмена, расскажет Павел Зайцев. Удары на ринге отрабатывает Егор Козарезов. Его девиз – последний с тренировки, первый на финише. В спорте начинал с плавания, но там успехов не было. Поговорил с отцом и перешел в бокс. Начал заниматься, я не знал, что у меня будут такие перспективы. И моя мечта была вообще получить первую медаль. И на бассейне я не мог это получить. И первый бой у меня уже была своя медаль, и я понял, что в этом спорте у меня будет получаться. Получаться стало так, что теперь Егор и чемпион края, и победитель престижного всероссийского турнира. Тренеры видят в нем потенциал. На него стараются равняться не только сверстники, но и те, кто делает на ринге первые шаги. В Дальнегорске бокс популярен. Ежедневно в секции приходят более 200 спортсменов. Именно здесь они формируют свой мужской стержень, мужской характер. Это обязательная, я считаю, вещь, чтобы мальчики проходили через какие-то виды именно единоборств. Без разницы, будет он бокс, борьба, либо какие-то еще. В секции бокса занимаются не только тренировками. Здесь и патриотическое воспитание. Бывая на соревнованиях в разных частях страны, подростки обязательно посещают места воинской славы. Поездок могло бы быть и больше, но нужна поддержка. Пока ее оказывают только спонсоры. Допустим, сейчас ребята приехали, у нас первенца края, у нас 3 человека ездили. То есть где-то на 3 человека, где-то в порядке 25 тысяч. То есть можете примерно представить, да? То есть, допустим, на Россию надо съездить. То есть на Россию где-то в порядке 80 тысяч. В Краевом департаменте физкультуры и спорта готовы помогать каждому. В Приморье действует программа развития физической культуры и спорта. Ежегодно на ее реализацию выделяются более 1 000 000 рублей. Там же заложены деньги на поездки наших спортсменов. Данил Макарычев, Александр Кононенко и Павел Грушко. Панорама.